В связи с обращением в Следственный комитет представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по городу Москве организовать проверку. Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства. Ранее Моргенштерн в интервью Ксении Собчак признался, что вообще не понимает, зачем отмечают День Победы, который состоялся 76 лет назад, и тратит на празднование огромные деньги. Впоследствии артист извинился за свои слова перед теми, кого они задели, отметив, что фразу вырвали из контекста. «Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли», — написал Моргенштерн в соцсети. Музыкант также признался, что в день свадьбы, когда записывалось это интервью, голова работала тяжко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.